Шокирующий случай произошел в Нуринском районе. 42-летний отец неоднократно насиловал свою 15-летнюю дочь, после чего она забеременела. В суде мужчина признал вину, но сказал, что девочка сама согласилась на близость. К тому же заявил, что она ему не родная дочь, поэтому просил себе более мягкое наказание. Однако суд назначил ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Он обжаловал приговор, но областной суд оставил его в силе. В ходе досудебного расследования по делу уже ему было известно о том, что он не является биологическим отцом, поскольку это было подтверждено заключением соответствующей молекулярно-генетической экспертизы. На момент совершения преступления он являлся родителем. Считал. Да, считал родной дочерью. И девочка относилась как к родителю. Поэтому осужден с квалифицирующим признаком, совершенный родителем.